Творческие вечера — это такой формат мероприятия, который уже, в принципе, давно существует в разных ипостасях своих, ну, уже много лет. Есть творческие вечера каких-то известных музыкантов. И у меня очень теплая и нежная история связана с подобного рода мероприятиями. Когда мне было лет 13-14, я была достаточно забитым подростком, и мне было сложно взаимодействовать с людьми. Я очень боялась выходить из дома и находить новые социальные контакты. И как-то я перешагнула через себя и начала ходить на подобного рода мероприятия. Их проводили мои друзья в китайском летчике Джауда. Возможно, если бы не то мое решение, что пора пересиливать себя и начинать общаться с людьми, то я бы не стала тем человеком, которым я являюсь. И я знаю, что на данный момент существует очень много людей, которые очень замкнуты, но прекрасно внутри. Данный формат мероприятия, как творческий вечер, направлен на то, чтобы помогать людям раскрыться. Все ребята, которые сюда ходят, достаточно творчески фотографируют, читают стихи, поют, сочиняют музыку, рисуют, комиксы, не комиксы. То есть действительно очень интересные, талантливые, разнообразные ребята. Привычный формат нашего мероприятия — это сначала идет знакомство, когда мы пытаемся людей познакомить с друг другом, задаем им какие-то вопросы, на которые они могут дать достаточно раскрытый ответ. Значит, после блока знакомства у нас идут сами выступления, где мы даем ребятам возможность проявить себя. Мы очень долго думали над тем, должна же ли быть у наших творческих вечеров какая-то тематика определенная, то есть, например, творческий вечер, посвященный любви, 14 февраля, посвященный осени. Но потом мы решили, что выгонять творчество в какие-то рамки – это странно, потому что каждый человек пребывает в разных состояниях в разный период своего времени, и оно у людей, естественно, не совпадает. И кому-то, возможно, хочется рассказать о том, как он сильно влюблен в данный момент, а кому-то о том, как ему плохо, а третьему о том, какая жизнь несправедливая, а четвертому, наоборот, о том, какая она прекрасная. Вот. И поэтому загонять творчество в рамки — это было бы странно. Последний блок, он зависит от времени, иногда он есть, иногда его нет. Это творческая свечка, либо какие-нибудь творческие игры, где мы пытаемся либо сблизить людей, либо создать из них какую-то команду, вот, чтобы они могли что-то вместе создать, потому что это тоже полезный навык, умение здесь и сейчас кооперироваться с теми людьми, которые находятся рядом с тобой, и создать что-то.